Уже играет гамму вместе с оркестром. Она хорошо его обучила. Заснула. Бля. Здарова, братаны! Вы на канале DevPlay, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжаем проходить Finding Paradise. Погнали, так, два цвета мы уже собрали, еще два нам надо собрать. Так, книжка. Пустующий холл для виолончели, потрепанная зеленая книга. Оп! Он явно любит таскать эту книгу повсюду. Я, признаться, удивлен, что ее не уносит ветром. Так. И еще что-то одно должно быть. Для ребенка она неплохо играет на гитаре. Знаешь, что интересно в этом воспоминании? Ранние воспоминания гораздо ярче поздних. Думаешь, Альцгеймер? Есть такая вероятность? Всегда. Но даже если так, стадия, наверное, ранняя. Не все его ранние воспоминания яснее поздних, лишь определенные. Хорошо, потому что я не уверен, хочу ли пересматривать дневник памяти. Так. Что мы не увидели еще? Ну, что-то мы должны были не увидеть, если мы не нашли и Мементо, и... И этот самый. Блять, как его. И четвертый синий цвет. Да, я, конечно, тут был тупо пробежал все. Но тем не менее. Или все-таки нам надо было подождать, пока они доиграют. Или хз. Давайте по крайней мере, посмотрим. А вдруг тут что-то еще есть? Не, полагаю, тут ничего нет. Да, тут ничего. Фу, все прочесали, а здесь ничего. Эй, давай подсоблю. Лучше? Зависит. Че тут? Носки с жирафьим узором. Твои любимые. Всегда пожалуйста. Охуеть. Просто охуеть. Носки, блядь. Так, не, ну реально, а чё мы еще не увидели? Но перейти тут, конечно, нельзя. Да, нельзя. А, блядь, не упирайся в дерево. Так, и тут конец карты. Ну, блин. А чё ещё должно быть? Или всё-таки... Или все-таки? Походу, нам все-таки надо обратно туда. Потому что тут у нас ни хрена нет. Так. Ну реально нихера. Давайте подойдем к пиздюку поближе. Он определенно запомнил эту мелодию на всю жизнь. Ну, если честно, это всего лишь гамма. Что интереснее, так это откуда его жена узнала тот же аккомпанемент к ней. Блять. Так,
Ладно, блин. А, стоп. Ее это самое. Ого, какие здоровенные цветы. Кажется, это гибискус. О. Однако, странное место для дикорастущего цветка. Боже, зря столько времени проходил. Ну, подготовить. Оль. Так. Есть, и это не то. Так, гибискус, значит. Есть. Цветочки. Ну, давай активировать. Между прочим, а тот чувак, который в лесу за ними следил. Из леса. Кто это был? Или это ему дали, типа, посмотреть, как они будут распутывать его дело? Ты хоть раз видел в этой части мира дикорастущий гибискус? Не знаю, я не растениевед-любитель. Это называется ботаник. Ой, посмотри-ка туда! Чё там? А, всего лишь два цвета. Так. Аккуратней там, Эш, он не выглядит ненадежно. Все нормально, пап, ничего не случится. Залезай сюда и поиграй со мной. Послушай, сначала хотя бы спустись и дай мне их поправить. Никогда. А, блядь, заебал мелкий пиздюк. Так, и куда он уходит? Кто это? Так. И ёбнулся. Ты в порядке, сынок? Эш? Да, я в порядке. Я неуязвим. Бля. И там уже больше ничего нет. Так это что, сцена от его бывшей, что ли? Неужели это? Не знаю, давай не будем делать поспешных выводов. Ух ты ж! Я нечаянно! Что с ним не так? Радость быть родителем, наверное. Давайте разрушать. Что-то мы очень быстро начинаем скакать туда-сюда. Вам не кажется? Колеса. Нам в этот раз нужны колеса. Не? Ну ладно, гибискус так гибискус. А чё ты думал, колеса? Раз тут в принципе главное колесо. Активировать.
Блять, ёбаный барсук. Самолетик. Заждался меня, да? Ты чего так долго? Господи, я ж пришла так. У меня своя жизнь есть, знаешь ли. Ого, где ты этому научилась? Это называется талант. Пошли, ты вроде собирался показать мне свою школу. Да, из кабинетов все, наверное, уже разошлись. А ты останешься на репетицию? Да-да, показывай дорогу. Ах, ну разве они не похожи на нас в молодости? Нет, ни капли. Тогда... Самолетик не? Я думал, да. Ладно, качелька не. Хорошо, пошли в школу. Хуль нам, выпускникам. Столетним. Эта школа выглядит знакомо. Мир тесен. Но опять же, в этом районе выросло немало местных дедулек с бабульками. Да, школа как в этом самом. Ой, господи, как оно. В Туземон, во. Здесь проходят наши уроки и рисования. Как здорово, ты рисовал какие-то из этих картин? Нет, мои выбросили, здесь только лучшие. Если, блять, это лучшие, то какие были худшие? Сука. Так, а сюда можно зайти? Нет, сюда нельзя зайти. К сожалению. Чё? Чё, бля, произошло? Ладно. И я сижу вон там. Хотя скоро, наверное, пересяду. Как так? Ну, я сидел с одной стороны девочкой, потому что мы оба очень тихие, но в последнее время она проводит кое с кем очень много времени. Очень. И... Они захотят сесть вместе, естественно. Они тебя выгоняют? Давай-ка набью им за тебя морды. Ой, здесь нет ничего такого. Они выглядят счастливыми вместе, так что стоит позволить им сидеть за одной партой, верно? Ему что, нравилась та девочка, с которой он сидел? Что ли? Или чё? Кафетерий закрыт? Не то чтобы, я просто не люблю сюда ходить. Есть много других более приятных и тихих мест, где можно поесть. О, ты настолько стеснительный. Я не стеснительный, просто не хочу и не хожу. О, как смело. О, как сурово. Эй, она мне нравится. Так, ладно. Из этого мы ничего не сможем добиться. От этого. Это единственный урок, где все халтурят, а ты все равно занимаешься? Мне нравятся эти уроки. Если хорошо постараться, можно создать целые миры. Обалдеть можно, да? Ну, ты такое, кажется, любишь. Дзинь. Так, еще одно есть. Так, что, нам теперь, походу, придется идти в тот дальний конец? Ой.
где-то наша любовная парочка. А вот и наша любовная парочка. О, а вот и часы. Блять, я промахнулся. Есть, мементо обнаружено. Уже играет гамму вместе с оркестром. Она хорошо его обучила. К нам что, можно подойти? Заснула. Бля. Все есть. Так, теперь нам можно проноситься. Да не... Тупо уснула, нахуй. Дзинь. Подготовить. Так, а чё нам собирать-то надо? Ну... Бля, это так не сработает. Не, сработало. Но это не то. Да. Теперь сдвигаем. И сюда. И еще раз сюда. И есть. Ну что, отправляемся. Активировать. Знаешь, похоже, Фэй была очень для него важна, раз он так часто ее вспоминает. Что же с ней произошло? В поздних воспоминаниях ее и след простыл. Есть у меня несколько догадок. Интересно, каких? Блинский! Вжух! Так... Ох ты ж! Ух ты, экшон! Экшон! Чё? А вот с экшоном мы будем разбираться уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!